И всем привет, коты, с вами Котерплей. Сегодня играю в Кривмейтас в Роблоксе. Короче, Кривмейтас это Among Us. В Роблоксе он находится. Ну и вот, сегодня я подобрал себе скинчик из игры Кальмара. Ну, вот этих вот челиков, знаете, в розовой одежде ходят. Кстати, я на первых местах в топах этого сервера. Давайте будем надеяться, что будет импостер. Не, я член экипажа. Ну ладно, заданки повыполняем. Кстати, промокод на эти вещи, я имею в виду, на весь костюмчик, кроме моего пэта, будет в закрепленном комментарии. Вы также сможете в любой момент ввести этот промокод. Пока я с вами тут говорил, я выполнил одно задание. Ну, карту. Вот одно из моих самых легких. Но я раньше считал, что оно сложное. Не мог никогда понять, как оно делается, но сейчас понимаю. Раз. Раз. И раз. Легко, легко. Ну и вот. И сейчас я, в общем говоря, пойду следующее задание выполнять. Мне два задания осталось. Ну и дальше я смогу быть свободным. Стоп, отойди от меня. Ух, мне уже показалось, что меня убили. Так, на кого подумаю? Я, наверное, думаю, что это оранжевая. Она слишком подозрительно за мной ходила. Я проголосую за оранжевую. Потому что она мне что-то доверия не дает. Странно. Все уже почти проголосовали за фиолетовый и красный. Пурпл Мардер. А, все? Фиолетовый, серьезно? Пока. Был самозванцем, прикольно. Тут еще пишет пинг, типа предатель. Но это мы еще посмотрим в будущем в моментах. Будет ли он самозванцем или нет. Но я и от оранжевого, и от пинка буду держаться намного подальше. А то они мне вдвоем что-то доверие не несут. Я лучше вот пойду где-нибудь заданьки пополню. А, они вообще в другой стороне, блин. А я ж уже зашел в тот проход. А мне сейчас придется из другого. О, красного уже убили. Пинг. Давайте напишем пинг вдруг, когда. Пинг. Пинг. Надеюсь, поверят. Надеюсь, тут нет вот этих вот итальянцев, которые понимают пинка. Все за пинка проголосовали, все в меня поверили. На меня синий проголосовал. Мне это что-то не нравится. Не был самозванцем. Блин, на меня теперь все подумали. На меня все подумали. Что мне делать? В следующем голосовании меня выбросят, я уверен. О, саботаж. Быстрее идем чинить. И тут оказывается на два человека. Надеюсь, вот это вот золотое мне поможет. Да иди в другое место, помогай. Я тут. Ай, вы с оранжем починили. Значит, оранж не предатель. Запомнили. А то у меня все в начале, все подозрения гнались на оранжа. А это все почему? Потому что она со своей подругой, видимо, саботаж починили. Если бы она была импостером, то она бы, наверное, свою подругу давно уже вот эту бы зарезала. Да кто его знает? Мне остается последнее задание. И это всего лишь листики выкинуть. Все, последнее задание. Что у меня показывает? А, у меня еще одно задание само по себе появилось. Или, я походу не до конца я его доделал.
Пусть сами через саботаж. Я хочу спокойно себе, себе сделать заданьки. Сами идите чините. Я мусор выбрасывать. Не понял. Ладно, подождем. Все. Я выбросил все мои задания, выполнены. Поэтому мне уже как-то скучно. Что у нас тут по карте? По карте ничего. По карте скучно. Синего нашли. Синего. Так. Зеленый. Green. 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 Эти две девочки не импостеры, поэтому green. Green, please. Green. Green. Я надеюсь, они мне поверят. Да, они поверили. Nice. И Green оказался импостером. Все, мы победили. Это была катка легкая и интересная. Давайте приступим к следующей. Ну, я остался на первых местах в топе. Самозванцы сервера 35 раз был. И гривмейт 40. Кстати, знаете вот этих вот разных разноцветных вот этих вот чертиков маленьких гривмейтсов? Я нашел уже зеленого. Я вот знаю, как розовую найти, но мне это нужно будет долго париться самому делать. Я знаю, конечно, как получить спинка, но это мне нужно долго будет ждать. Я опять член экипажа. Ладно, может, в следующий раз повезет. Я не знаю. Мое любимое задание — карта. Я в прямом смысле говорю «любимое». Потому что я вот так могу с первого раза провести, и все. Я не читер, я не донатил. Опять они саботаж устроили, ну как только игра начинается. Это же я, который всегда, обычно, когда становлюсь импостером, я сразу же беру и делаю себе спокойно. Закрываю кафетерию, потом сразу после этой кафетерии беру... И делаю саботаж на свет и убиваю пару человек. Гениально. Так, оружейное очистить. Так, ты мне что-то доверие не несешь. Я хочу тут проверить кое-что. Пинг. Коу. Да! Я нашел розовую, ребята. Все. Помните вот этих вот, которых я вам показывал, кривмейтесов? Зеленый, синий у меня есть и розовый. Сейчас у меня получилось розового найти. Да, вот я вам показал, как найти. Кто здесь самозванец? Я не знаю. Я хочу, наверное, на розовую. Я просто, наверное, выберу. Потому что я не знаю, на кого можно. Надеюсь, они на своем арабском не написали, что это черный. Так. На красного 2 и на этого. А красный почему-то на меня кинул. Окей, будем считать, что это красный импостер. Я на него буду голосовать. Никто не был выброшен. Куда пойдем? Туда, астероиды. Нас закрыли. Кто использует мою тактику? Это не дела. О, дверь открылась. Пока я бунтовал, походу меня создатели услышали. А я пока тут буду астероиды уничтожать себе. Вот так вот по-быстренькому. Очень. Бац, 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 бац. Ну и вот так. Я уже 18 астероидов уничтожил. Фух. Все. И там где-то вдалеке два задания моих последних. Два в электричестве. Значит, сейчас быстренько дойду. Вы меня видите так? Блин, не получилось сделать прикол. Ну, я, короче, хотел телепортироваться в это.
в электричество, но тут собрание сделали. Какая-то девочка, которая мертва вышла с эклипсиса. Мне что-то немножко кажется, что это красный. Точно, я же хотела на красного голосовать все. На красного. Потому что он на меня голосовал. Вот остается пару секунд. Голосование закончится. На меня вообще никто не проголосовал. Найс. Опять никто не выброшен. Ну, как обычно. А теперь точно получится. Вот я. А вот я опять. Кстати, вот пинг. Сейчас давайте ее на спавн переместим. Только нужно с ней поговорить. Итак, вы обнаружили мой секретный ключ. Я очень впечатлен. Видели моих братьев и сестер? Я не могу найти их. Все. Мне дали бейдж, найдите розовую. Это заданька выполняем. Оно легкое. Вот так. И вот так. А теперь это задание, и все будет готово. Все. Какой еще? Нож там где-то. Верхний. Принять перенаправленную мощность. Идем туда. Да они достали со своими саботажами, ё-моё. Отойди от меня. Я задание иду выполнять. Чините сами эти ваши саботажи. Я хочу нормально поиграть без этих ваших саботажей. Как же я говорю, когда я с вами импостер, я опять буду делать вместе с саботажем. Блэк Грина нашли. Я хочу за Реда. Ред, давайте напишем. Посмотрим, красный ли это. Я хочу подождать. Опять это эти на своем арабском пишут. Все за синего почему-то проголосовали. И синий на меня, хоть я за него даже не голосовал. И кто он? Был самозванцем? Один остался. Это красный. Это красный 100%, я думаю. Ну, ё-моё, 100%. А саботаж никто не отменял. Да, конечно. Как же без саботажа? Я не могу определиться, где этот саботаж, блин, находится. Короче, я его не найду. Мы проиграли. Всем пока. Мы проиграли. Я так и знал, что это красный. Чекайте. Ладно. А вот и красный. Где они? То есть розовый на спавне. Наконец-то могу быть со своими братьями и сестрами. Спасибо большое. Не могли бы вы еще кое-что сделать для нас? Это наш брат, черный. Черный? Действительно. Это действительно подозрительно. Сможете ли его найти? Я сам черного цвета сейчас. Понимаю. Я вообще-то уже нашелся. У меня черный, это все. Видите, у меня черный рюкзак, значит, я сам черный. Да, я знаю, что я сделал скин кальмара. Да, я мог другой цвет поставить, но мне это понравилось. Третий раз подряд, член экипажа, чего мне так не везет? Первое задание. Быстро выполнил провода, очень быстро даже. Еще одни провода. Еще одно задание, только это уже выбросить мусор. Вот таким образом. Саботаж начали. Как же меня бесит эти саботажи. Постоянно. Хочу выполнить задание, нет, опять саботаж. Хочу хотя бы что-то успеть сделать, нет, уже саботаж. Быстрее сюда идите, народ. Народ, сюда. Сюда, почему я тут один? Сюда идите. Сюда. Что вообще за эти... Да.
Два зеленых. Я так не знаю. Не, ну серьезно. У меня была чуйка, что это два зеленых. О, белый цвет мой любимый свободен. Давайте посмотрим, как будет красный. Не, я, пожалуй, черный возьму. А я до сих пор на первых местах. Это крутяк. Лучший член экипажа. Интересно, я себе тут найду? Нет, не найду. На первом месте вот эта мамулина какая-то. Лучший самозванец. Прикольно. Он купил себе вот этого маленького чебупели на голову. Теперь давайте... Пожалуйста. Не, ну вы серьезно. Два задания в электрике. Меня желтый в крысу убил. Понял, ладно, я задание выполнять. Итак, я еще выполняю минут 10. Это задание, потому что я его не мог выполнить. Наконец-то. Я даже немного рад, что меня убили, потому что я могу намного быстрее передвигаться. Нашли труп фиолетового. А мой даже не нашли. В электрику даже никто не заходил, походу. Ну проголосуйте вы за желтого, пожалуйста. Я знаю, что он тихоня, он вообще не пишет в чате. Ну проголосуйте за него. Да, за желтого проголосовали. Классно. Чекайте. Был самозванцем. Найс. Почему его не раньше нашли? Так, вот заданька. Пе-пум. Пам. Стоп, не показался, я черного видел? А нет, он мой портфель. Ну да, тут черного нету. Потом посмотрю в каких-нибудь видео, где черный находится. Синий сделал собрание, дайте угадаю, это синий импостер. Хотя не, только тупой импостер мог бы сделать вот это вот созвание. Самый наитупейший импостер только так бы сделал. Кого же выбросят? Или кто сам выйдет? Потому что тут двое вышли из игры. Ага, проголосовали за розового, сейчас посмотрим. Был самозванцем. Красавы. Победили. Все. Найс. Все, я тут опять. Сейчас будем ждать следующей катки. Ребята, а где чебупели? Че тут это? Вопросительные знаки. Кто похитил чебупели? Признавайтесь. Пожалуйста. Ребят, если что, до записи мне очень везло, и мне абсолютно все выпадало. И даже 5 раз подряд импостер выпадал. Представляете, это правда, реально 5 раз импостер выпадал. 5 раз подряд. Бензин, да ё-моё, опять не саботаж устроил. Ой, ешкин кот. Как же не бесится с этими саботажами. Они уже что, переправили? Почти. Все, я переправил. Вот, идем сюда. И тут заполняем, чтобы потом опять канистру заполнить. Пинка нашли мертвым. Бедный Пинк сдох. Ладно, не время шуток. Знаете, на кого я думал? Сидел петух наш. А почему на меня падает моя считалка? Я не понял. Ладно. Кто рядом? Синий, значит, я на синего. Ага, все проголосовали за зеленого. Зачеркнем. Не был самозванцем. Крипово. Что-то как-то реально немножко крипово стало.
Ну, хотя это еще с другой стороны легко, потому что тут один импостер. Ну, как было тут написано. Это меня тоже немного радует, слушайте, потому что один импостер лучше, чем два и три и так далее. Опять свет вырубили. Кстати, а где эта надпись? Короче, ладно. Тут должна быть надпись типа опинки. Вот тут вот прям. Только сверху. Тумбочки. Опа! Еще одни вопросительные знаки. Мне это что-то не очень нравится. Сюда пришел, тут вопросительные знаки. Все полностью смотрим сейчас. Ага. Давайте за Грина проголосуем, потому что что он собранием устроил. Чтоб жизнь малиной не казалась. Блу пишет. Я тебе не верю. На, чтоб жизнь малиной не казалась. Чекаем. Не был самозванцем, пон. Так, давайте посчитаем, кто это. Сидел петух. Синий! Давайте к нему так встанем. Как сказать, за компашку. Жаль, что тут прыгать нельзя. Да. А, это не Блу был, это был вот этот, понял. Я хочу посмотреть, каких можно других питомцев. Давайте питомца ножа возьмем. Вот такой ножик. А. Б. А, Б, С. Подождите. А, Б. С. Д. Ну, где эти шипзики? Как мне подобрать комбинацию? Ребятки, какая-то комбинация. Никто абсолютно не знает, какой пароль у этой комбинации. Может, я тут поищу? А, ладно. А вот сейчас они серьезно надо мной издеваются. Шестой, седьмой раз подряд член экипажа, это уже не хухры-мухры. Пем-пум-пам-пим-пам. Пем-пим-пам. Пам-пем-пим-пум-пам. Пем. Пем, говорю. Пим-пам-пум-пам-пим. Уже тут с ума схожу. За красного. Давайте напишем, тут хотя бы один русский чел проявился. Ко мне попугай мой прилетел. Прикол. Божечки, какой миленький мой попугай. Ладно, я голосую за красного. Потому что... чтоб жизнь малиной не казалась. Ды. Чекаем. А, все за синего. Понятно. Еще со мной голубой проголосовал. Пока, синий. Не был чисто лютый поп. Бум. Бум. Пам. Ты годы. Амокус. Пум-пум-пум-пум. Пу-пу-пум. Короче, ладно. Кого-то убили. А, найден красный пон. Я не знаю, за кого можно проголосовать. Я не помню, кто рядом был. Я была рядом с красным. С красным не помню, кто с ним стоял. Березовый. Бирюзовый. Я не знаю. Вроде розовый, но это не точно. Понятно. Короче, ладно. Я думаю, что это черный. 100%! 100% этот.
Ты чё на меня подумал, крыса? Как думаете, Макс, вот этот... Макс им. Чтоб жизнь малиной не казалась. А то чё? Я имею право на него так высказаться, что он им просто... Не, ну а чё? Чё он на меня думает? Что вы видите, ни красной кнопки репорт и юз, поэтому ни в коем случае у меня это не может быть. Если бы я был предателем, то я бы уже бы давно с ней, по правде, затащил. А, мы даже ни одного не выкинули, понимаю. Мерт и... Понятно. Ладно, с вами был Косяра Плей, сегодня я играл... в Кривмейтес. Всем пока. До скорых встреч. Ю-ху.